26 октября в Сиднее открылся кинофестиваль «Русское возрождение». Российский драматический фильм режиссера Валерия Тодоровского «Большой» был первой картиной, показанной австралийскому зрителю. В этом году в рамках кинофестиваля также можно будет увидеть «Анну Каренину», «Елки-5», «Салют-7» и многие другие фильмы. Совет российских соотечественников совместно с «Россией сегодня» подготовил выставку, посвященную Андрею Кончаловскому. Кроме Сиднея, выставка также будет представлена и в Мельбурне. А также зрители смогут посмотреть фильмы этого известного режиссера.